Баба Вера опять с вами. И сегодня, вы знаете, что я приготовила? Опять Нурминского. Мне многие говорят, что ты бы, это не для бабушки, это не надо слушать. А мне нравится, я слушаю. Я слушаю все. И то, что для бабушки, и то, что не для бабушки. И вообще, что-то новое интересно послушать, посмотреть. Вот так и Нурминский. У него очень хорошие есть песни. Мне нравится при этом. Так что, слушаем. Поехали. А это не было. А, наушники. Ух ты, так. Да. Официальный клип. Ну что, товарищ генерал, приветствую. Как дела, родной? Отлично. А чё, где наш? Сейчас увидишь. Мы выехали. Парни в чёрном уже в деле. Всё будет, как мы хотели. Куда тебе? Сопроводит хоть до небес. Размер не важен, значение имеет вес. Парни в чёрном уже в деле. Всё будет, как мы хотели. Куда тебе? Сопроводит хоть до небес. Размер не важен, значение имеет вес. Виднеется вдали. Черные квадраты, туснут фонари, облавы перехваты, охрана на подходе, черные солдаты. Очереди автоматы, а ну-ка вас, силу ощути. Машины стали и стали у тебя на пути. Аппарат заряжен, на дело готов, на встречу движется стаю диких волков. На встречу движется стаю диких волков. Фиеста, черный свет, Форд Фиеста, черный Харитон. Смотри, время-то уже конец смены, считай. Ну давай, молодой, иди поработай. Мишку взял, к девушке приехал. О, ну ж. А вы бы знали, что испытывал пацан, когда за сердце девушки началась борьба.
куча геликов, да? А сколько их должно быть? А кто знает? Знаете, вот я считаю, сценарист тот же. Поэтому что он мог еще придумать? Пушки, шлюхи, тачки там. Ну, это, по-моему, уже не очень заходит. Во всяком случае, заходит. Во всяком случае, потому что вот мне больше нравится такое теплое, ласковое что-то, романтичное что-то. Трек понравился. Слушала с удовольствием, а видео не очень. Да и бабушка ж, вы должны понять. Поэтому больше хочется романтики, тепла и ласки, как говорят. Вот так и мне вот хочется не это слушать, а тепла и ласки. А такие экстримы уже с такими этими, не очень нравятся. А трек понравился, вот с удовольствием послушала. Что я сделаю? Куплю себе гелик, сяду в него, включу музон и буду кайфовать. Не поверите. Ну, мечтать не вредно. Можно и помечтать. Так что музыка в духе Нурминского. Все так же. Это мне нравится. Я с удовольствием слушаю. И вообще, сколько той жизни? Правильно? Ну, хочется, поэтому смотри и слушай. Каждому свое, у каждого свое. Так что молодец. Поехали дальше. А с вами пока-пока. До новых встреч. Баба Вера, 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 баба Вера.